Приветствую вас. Я думаю, что начать необходимо с определения этой самой зависимости как таковой вообще, потому что то, что вы говорите, что у вас зависимость, ну, еще не означает того, что она на самом деле есть. Просто потому, что зависимость — это достаточно серьезное такое состояние, зависимость — это достаточно серьезная такая проблема, и, на мой взгляд, не факт, что она у вас есть, не факт, что она у вас имеется. Вот. Значит, в первую очередь нужно понимать, что зависимость возникает тогда, когда есть некоторая потребность в чем-либо. То есть зависимость по факту реализует эту самую потребность. Вот. То есть вы, к примеру, в чем-то нуждаетесь, к примеру, вы в чем-то нуждаетесь, к примеру, вам что-то нужно для себя, к примеру, вы испытываете в чем-то потребность и реализуете эту самую потребность вот таким образом, таким способом через зависимость. Зависимость сама по себе не возникает. Как правило, у зависимости есть причина. И, соответственно, можно говорить о том, что для раскрытия, для освобождения, не избавления, а именно освобождения от этой самой зависимости, вам необходимо понять в чем вы нуждаетесь и чего вы хотите, и чего вы хотите вообще изначально, да, то есть что вам, вот, собственно говоря, нужно было. Как так вышло, так получилось, что вы нуждаетесь в том, от чего возникла зависимость. Я не думаю, что это возникло случайно, я не думаю, что это то, что возникло внезапно. Я думаю, что это возникло у вас в результате определенных событий, которые в вашей жизни произошли, которые в вашей жизни случились, и, соответственно, вы отреагировали на них именно так. В частности, зависимостью характеризуется невозможность для человека снять определенное напряжение для себя. Вот. И если человек не способен снять это самое напряжение, то он в итоге, вот, собственно говоря, оказывается во власти зависимости, потому что определенное желание есть, определенная потребность есть тоже, вот, но возможности ее реализовать, возможности снять напряжение у человека нет. И тогда мы можем говорить о том, что ваш запрос, который вы пишете, ваш запрос, как избавиться от зависимости, ну, не совсем, скажем так, корректный. Потому что от зависимости не избавляется, а зависимость скорее раскрывает. То есть необходимо именно понять, от чего вы зависимы, необходимо именно понять, что вы хотите, необходимо именно понять, что вам дает ваша самая зависимость, потому что только через реализацию вот потребностей,
своих потребностей. Вот. А, но не рассчитывайте на то, что у вас что-то получится, на то, что вы что-то сможете сделать, на то, что вы сможете стать, ну, скажем так, несколько более свободным в том, что сейчас вы, например, делаете. Ну, то есть, вот, что вы можете стать свободным от своей зависимости. Вот. Но я хочу, чтобы вы понимали, что избавиться от зависимости, избавляться от зависимости, это не тот вариант, который вам подходит. И не только вам, вообще любому человеку, это не тот вариант, который подходит, потому что подавляя свои желания, подавляя свои чувства, подавляя свои эмоции, подавляя то, что человек хочет, ну, нельзя сказать, что он приходит к чему-то хорошему, к чему-то позитивному для себя. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, есть важный вопрос, который, я считаю, вам, ну, можно и нужно задать. Вопрос этот звучит примерно следующим образом. Вы говорите, что хотите избавиться от зависимости. А для чего вы хотите избавиться от зависимости? Почему вы хотите избавиться от этой самой, зависимости? Ведь совершенно очевидно, что какое-то желание вами движет. Совершенно очевидно, что для чего-то вы это сделать хотите. Но пока что не совсем понятно, для чего вы хотите это сделать. Пока что не совсем понятно, почему вы хотите это сделать. Вот. На мой взгляд, идеально было бы, если бы вы на этот момент постарались тоже обратить свое внимание. Для того, чтобы несколько лучше с ним разобраться, несколько лучше отдавать себе в этом отсчет. Вот. Мне кажется, это весьма полезно было бы для вас. Потому что цель, смысл того, что вам хочется сделать, смысл того, что вы хотите, смысл того, к чему вы хотели бы прийти, очень важен. Вот, без этого, ну, не получится, опять же, как-либо действовать, да? Вот, как-либо действовать, я имею в виду конструктивно, я имею в виду сознательно, я имею в виду так, чтобы добиться результата, а не чтобы просто заниматься буксованием на одном месте. Вот. Кроме того, мне кажется, не совсем корректно, не совсем адекватно было бы воспринимать вашу, ну, ваше вот желание, да, ваше желание освободиться от зависимости, как еще одно, то есть как одно из многих. Вот, мне кажется, это не совсем правильно, потому что вы индивидуальность, вы личность, и у вас есть свои особенности, у вас есть свои индивидуальные черты, у вас есть свои уникальные моменты, уникальные вещи, вот. И мне кажется,
что имеет смысл во все это вникнуть. То есть мне кажется, что имеет смысл во всем этом разобраться. Разобраться в том, что вы хотите, разобраться в том, что для вас важно, разобраться в том, почему вы решаете действовать именно так, а не иначе, да, то есть вот, ну, что вами движет, например, вот. То есть это то, что очень важно также раскрыть, вот, не просто взять и избавить вас от зависимости, а именно вот раскрыть все эти вещи, которые вас, может быть, беспокоят, может быть, волнуют, и те, которые вызывают у вас переживания и волнения, потому что, как бы, ну вот, основной вопрос, который стоит у зависимых людей, это то, что я получу, если избавлюсь от зависимости. Что я получу? Вот сейчас у меня есть зависимость, да, я там, может быть, не самый счастливый человек на свете, но, по крайней мере, я, грубо говоря, что-то получаю для себя. Благодаря зависимости своей. А что я буду, собственно говоря, получать, что я получу, если я не буду зависеть? Ну, насколько для меня важно равноценно то, что я хочу, и то, чего я лишусь, например, если не буду больше зависимым человеком. Вот эти вещи, они очень важны с точки зрения психотерапии, потому что если вы, к примеру, не отдаете себе отчет в том, зачем вы делаете то или иное, почему вы хотите сделать то или иное, и почему вас это, например, так беспокоит, вот, то результат тоже может быть немножко другой. То есть мотивация избавиться от зависимости, она исходит от вас, она не исходит от кого-то другого, она не может исходить извне. Вот, и сначала нужно все взвесить. К примеру, можно сказать, что моя зависимость мешает мне, например, заниматься любимым делом, да? Вот, и тогда вы понимаете, что в случае избавления от зависимости вы сможете спокойно заниматься любимым делом, и вас, например, ничто не будет отвлекать. Это немало, это очень много. Вопрос заключается лишь в том, насколько это для вас, опять же, важно. Понимаете, какая штука? Вот. Если вам это важно, если для вас это важно, то, безусловно, в этом направлении можно и нужно двигаться. Безусловно. Но если вы сомневаетесь в том, что вы получите, вот, собственно, ну, в результате своих действий, да, в результате того, что не будете уже зависимым, вот, или зависимой, то в таком случае стоит подумать еще раз. Вот. Потому что вас это может постоянно отталкивать, обкатывать назад и просто-напросто сводить на нет
все ресурсы, все усилия, ну, которые вы будете затрачивать на свою цель, поставленную вам. Вот. Поэтому здесь нужно очень все аккуратно светить, аккуратно рассмотреть и так далее. Кроме того, любая зависимость, опять же, для чего-то нужна человеку. То есть она выполняет какую-то определенную функцию. Эта функция далеко не всегда касается, например, удовлетворяющей сферы. Иногда эта функция может касаться и сферы, к примеру, защитной. То есть это может быть просто защитная функция у зависимости, которая защищает, к примеру, человека от каких-то негативных последствий. Вот. И этот момент тоже, на мой взгляд, со счетов сбрасывать ни в коем случае нельзя. Потому что избавившись от зависимости или став независимым, вы можете, по факту, вы можете, ну, просто оказаться в ситуации для себя еще более неприятной, чем это есть сейчас. Вот. Поэтому данный аспект, на мой взгляд, ну, тоже нужно поисследовать, как минимум, вот, чтобы не было потом негативных для вас последствий, вот. Так что тот факт, что вы познаете проблему свою, безусловно, хороший. Тот факт, что вы понимаете, что это проблема, что ее нужно решать, это, безусловно, здорово, но не торопитесь рубить с плеча. Сперва нужно все как следует прояснить и разобрать. Только потом уже смотреть, в каком направлении вы будете двигаться. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.